Вместе за ЗОЖ. Данный проект создан для того, чтобы обратиться к людям разных возрастов, разных поколений и разных увлечений. Мы начинаем флешмоб «Вместе за ЗОЖ». Что такое ЗОЖ? Конечно, каждый уверенно скажет, что это здоровый образ жизни. Но все относятся к этому по-разному. Лично для меня здоровый образ жизни направлен на сохранение здоровья, культуры. Также ЗОЖ помогает выполнять наши цели и задачи и успешно реализовать свои планы. А теперь узнаем, что думают об этом профессиональные спортсмены, игроки баскетбольного клуба «Парма». Они поделятся своими секретами ЗОЖ и, надеюсь, вы нас поддержите. Hi Danilo, this is the first season in basketball team Parma. At first, I would like to ask, what are you thinking about Perm City? First, before I came here, I didn't expect that much, but when I came, I really like it. The people here are really nice. They are treating me like a friend, and I'm feeling like at home. So it's only a little bit cold for me, because I don't like snow and winter time, but now I'm used to it, so it's really nice here. Today I'm asking everyone in the team what means a healthy lifestyle. Do you know what is it? And if yes, how people in Serbia promote it? How they promote it? They eat healthy food. They're trying to work as much as they can. Like if they have a job, it's a little bit harder, but if they have time, they're going to the gym, running or doing something, and most of them they are trying to eat healthy food, you know, so that's the main thing. And now in these days you have a lot of things to buy in the stores that they are healthy, so that's how they are doing that. Саш, скажи, пожалуйста, что для тебя ЗОЖ? Наверное, это правильно питаться, заниматься физической культурой. Наверное, это все и включает в меня понятие ЗОЖ. Костя, у тебя я хочу спросить, пробовал ли ты когда-нибудь вести нездоровый образ жизни? Я никогда не пробовал вести нездоровый образ жизни. Может быть, начинать и приходилось, но я сразу же давал себе установку «нельзя так». Почему? Ну, в целом, работа спортсмена, наверное, обязывает вести более здоровый образ жизни, иначе можно не доиграть даже до 25 лет. А мне 26, и я еще о-го-го. Иван, является ли для тебя время провождения с друзьями здоровым образом жизни? Да, является, потому что мы проводим время, занимаясь какими-то играми. Например, играем в футбол, проводим весело время, катаясь на лыжах зимой. Это считается здоровым образом жизни. Сергей, является ли для вас время провождения с семьей здоровым образом жизни? Да, конечно. Мы с семьей очень любим проводить время на улице, особенно выходной. Мы берем дочку и с женой вместе идем гулять в лес, там на санках кататься, еще что-то. То есть постоянно проводим, стараемся как можно больше времени проводить на улице. Валдес, расскажите, что для вас здоровый образ жизни? Ну, я думаю, что здоровый образ жизни – это одно из основных. Это для спортсменов, для людей, которые что-то стараются достичь. Потому что это включает все здоровый образ жизни. Он и питание, и режим, и хождение, и спорт, и все остальное. И это одно другому очень способствует. И каждый человек, который к этому стремится, я думаю, что он во всех сферах может больше всего достичь. Что, по-вашему, надо сделать, чтобы стать олимпийским чемпионом? Я думаю, что вот как раз надо с этого и начинать. Составить себе питание, составить себе план тренировок и желание внести в определенные отношения к тренировок. И потом, конечно, чтобы тебе сопутствовало хорошие тренировки, хорошие партнеры и все остальное. Но одного желания, конечно, не хватит, но человек, который стремится к этому, у него есть больше шансов стать олимпийским чемпионом. Ну, не только олимпийским чемпионом, но вообще удачным спортом. Андрей Евгеньевич, скажите, пожалуйста, что для вас ЗОЖ?
Значит, ЗОЖ – это здоровый образ жизни. Я думаю, здесь не только физические данные имеются, но и, самое главное, внутренний мир человека, душевное состояние. Жить в мире с собой и с окружающими, я думаю, это самое главное. Все остальное прилагается. Что вы рекомендуете как врач? Понятно, что чередование труда и отдыха, и, соответственно, полноценный сон, хорошее, правильное питание, имеется в виду диета для каждого, подбор продуктов, которые необходимы человеку в той или ином ракурсе. Ну и, само собой, опять же, следующее – психологическая устойчивость. Это будет ЗОЖ, в моем понимании. Hi, Sasha. Today I'm asking people from basketball team Parma, what do they know about healthy lifestyle? Can you say what for you means healthy lifestyle and how people in Slovenia promote it? Healthy lifestyle, I think, is the very important to take care of your body, taking care of what you eat, and protect yourself against the cold and everything, so be prepared for the winter in this time. Пап, что для тебя здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни для меня в первую очередь это занятие физической культурой и спортом. Как ты проводишь время с семьей? Если получается, то мы с удовольствием ходим вместе в фитнес-центр с бассейном. Нам это доставляет очень большое удовольствие следить за собой. На самом деле не стоит каких-то больших, серьезных усилий, и это больше даже приносит удовольствие, чем каких-то сложностей. Скажу честно, вести здоровый образ жизни не только полезно, но и приятно. Как много разных формулировок и понятий здорового образа жизни. И объединяет ЗОЖ не только здоровье и культура человека, но и здоровье окружающего нас мира. Мы должны понимать, что здоровым можно вместе с гармонией и с природой. Присоединяйтесь. Вместе за ЗОЖ.